Информационная война. Информационная война. На Радио Крым. Добрый вечер, уважаемые телезрители и радиослушатели. В эфире «Информационная война», совместный проект Первого Крымского радио и Первого Крымского телеканала. У нас с вами сегодня пятница, 17 апреля. Мы сегодня с вами будем говорить, естественно, о прямой линии Владимира Путина. Мы будем говорить о серии заказных ритуальных убийств на Украине. Мы будем говорить об убийстве Мэрилин Монро. И у нас в студии работает телефон плюс 7 978 400 264 400 264, и стационарный телефон города Симферополя 24 90 96 24 90 96. Конечно, главным событием на этой неделе стала прямая линия президента Российской Федерации, который традиционно в это время, в середине апреля, проводит прямую линию, и граждане Российской Федерации из всех субъектов могут задать ему прямые вопросы о наболевших вещах. Вопросы эти, конечно же, касаются экономической стороны жизни. Естественно, это связано с ростом курса доллара, с экономическими особенностями этого года, с развитием различных отраслей экономики и сельского хозяйства. Естественно, интересовали вопросы, связанные с Украиной, с внешнеполитической обстановкой и так далее, и так далее, и так далее. И многие люди после прямой линии, которая прошла у нас в четверг, как вы помните, она шла с 12 часов, практически 4 часа, многие люди жаловались на то, ну, как бы высказывают кулуарное такое мнение, что они ожидали более жесткой позиции президента, они ожидали более каких-то решительных заявлений в отношении террористического режима, который захватил власть в Киеве, который ведет геноцид русского населения, и который, в общем-то, даже на самом прямой линии было объявлено об убийстве Олега Калашникова и об убийстве писателя Олеся Бузины. А достаточно такие знаковые фигуры. Ответственность за убийство этих людей взяла на себя террористическая организация УПА, Украинская повстанческая армия. Она взяла ответственность на себя и за убийство Чечетова, бывшего представителя фракции партии регионов в Верховной Раде. Нужно вот в этом месте, пока дозванивается первый телезритель и радиослушатель, я хочу, вчера на радио мы это уже обсуждали, но я хочу вот сегодня на телевидении в том числе акцентировать внимание вот на каких вещах. Все вы знаете Владимира Путина, который за 15 лет, не делая решительных заявлений публично, тем не менее достиг значительных успехов в развитии российской государственности и российской экономики, при этом не оглашая, в общем-то, пламенных заявлений, как это делали отдельные ораторы там, до него и в предыдущие годы истории Советского Союза и других стран мира. Это мы с вами знаем, что он заявлял и о... цитировал Столыпина, который говорил, что врагам революции нужны большие потрясения, а нам нужна Великая Россия. И он, собственно говоря, все помнят цитату, когда он сказал, что развал Советского Союза есть величайшая геополитическая катастрофа 20 века. То есть мы все с вами знаем президента как человека, который не сторонник революционных методов работы в управлении. Соответственно, эта линия выдерживается уже 15 лет, и ожидать того, что, во-первых, на прямой линии, которую смотрят не только граждане Российской Федерации, а смотрят и граждане Украины, граждане Западной Европы и политические элиты Западной Европы, глобальные элиты, которые владеют, собственно говоря, мировыми финансовыми системами, всеми этими свифтами, банками, золотовалютными резервами и так далее, и так далее, и так далее, то становится вот так вот при спокойном разложении обстоятельств по пунктам, да, становится понятно, что оглашать вот уж прямо все и прямо вот как хочется на эмоциональном, на уровне первичных эмоций, в общем-то, и не стоило. Самое главное, что было объявлено, что количество обращений и звонков было рекордным за весь период прямой линии. Их было больше 3 миллионов. И на самом деле многие люди указывали на то, что это ж как система работает, если с каждым годом количество обращений к президенту увеличивается, увеличивается, увеличивается. Хочу сказать, что 3 миллиона обращений абсолютно все обрабатываются, абсолютно все обработаны. И некоторые субъекты федерации даже во время прямой линии начали уже отрабатывать вопросы, которые задавали граждане из разных регионов Российской Федерации. То есть главный посыл, который я сегодня хочу сказать людям, заключается в том, что не нужно требовать, ожидать, завышать ожидания, связанные с тем, чтобы по телевизору было сказано то, что на эмоциональном уровне
людям было бы приятно. Наша задача заключается в том, чтобы избежать прямого столкновения с НАТО, избежать скатывания в войну, и этого мы достигаем. И Путин четко в своих месседжах, которые он явно не проявил, но тем не менее из контекста было ясно сказано, что у нас нет врагов. Внимание, это не значит, что мы беспринципные люди. У нас есть партнеры и друзья. Так вот, с партнерами у нас отношения бывают сложные, но тем не менее в телевизоре описывать это, скажем, в терминологии простых людей на кухне, этого не стоит делать. И, соответственно, самое главное, что было заявлено, что войны при Путине не будет, что Крым – это, ну, наверное, один из самых важных регионов, и Путин ему уделяет ключевое внимание. Это, собственно говоря, тот самый регион, с которого и началось подъем самосознание русских людей, патриотизма и единение России. Россия начала делать свой исторический очередной вдох. И вот этих сообщений, в принципе, достаточно. Очень важно отметить еще вот какую деталь. Дело в том, что на протяжении 2014 года Российская Федерация неоднократно артикулировала и заявляла идею территориальной целостности Украины. Крым – отдельная история. Мы с вами обсуждали не один раз о том, что Крым даже юридически принадлежит Украине очень условно. Оформление юридически этой территории в 1964 году было оформлено, ну, как бы ненадлежащим образом, то есть фактически никак не было оформлено. И поскольку Западная Европа готовит Украине реституцию, то, в принципе, в западной логике реституция с Крымом и произошла. Были возвращены территории РСФСР, ну, как Российской Федерации, как правоприемнику РСФСР. И с этой точки зрения, даже на юридическом уровне, это вопрос совершенно отдельный. Никакой другой регион Украины такими особенностями не обладал, и никакой другой регион Украины не обладает правами автономии, которая была достигнута в 1991 году. Это очень важный момент, но артикуляция и акценты президента изменились. Он на прямой линии сказал, что подтвердил слова Захарченко, который еще в декабре прошлого года сказал, что этот народ с кровью завоевал право самостоятельно определять, как он будет жить дальше. То есть, если был вопрос о принадлежности Донбасса Украине, о вот этом разговоре, который был с Порошенко, Путин сказал, что этого не было. Такого разговора в том контексте забирать Донбасс или не забирать, но намекнул о том, что если Украина не стремится сохранить территориальную целостность и поддерживать население Донбасса, не делать этой экономической блокады, то возможны различные варианты. Это намек на то, что территориальная целостность Украины может в случае быть пересмотрена всеми международными игроками, которые смотрят на страну как на территорию, которая вызывает колоссальное количество проблем для Европы, для России, для всего окружающего мира. У нас есть первый звонок в студии. Добрый вечер, слушаем вас внимательно. Угу. Дмитрий, добрый вечер. Я добрый. Елена Николаевна, город Симферополь. Здравствуйте. Здравствуйте. Я неделю назад слышала, как Петр Порошенко угрожал: мы вот свой флот создадим, и мы Крым отберем. Так вот, может быть, если он услышит нашу передачу или смотрит, я бы ему сказала, пусть он умерит свои аппетиты, аппетиты всей своей преступной команды, у него никогда ничего не получится, потому что Крым – это единая семья. Неделю назад одна женщина, я не могла к вам долго дозвониться, но одна женщина говорила, что вот было в Силоваке. Да, было в Силоваке. Были набеги татар на Украину, были у нас эти рынки, на которых людей продавали. Это все было, но это все прошло. У нас Крым многонациональный, дружный, и нам нужно сосредоточить свое внимание на том, чтобы его возродить, чтобы он зацвел, чтобы дать пример всей земли, которая на нас смотрит, что мы все дружные, что у нас прекрасная земля, мы должны поднять сельское хозяйство в первую очередь, чтобы оно расцвели сады и виноградники. И что у нас мир, спокойствие, и все наши народы, сколько здесь, больше 100 национальностей проживают, они должны жить в мире и согласии, и возрождать Крым на радость всей России и всей земли. Согласен. Спасибо за эту реплику. Она, в общем-то, соответствует вообще всему духу нашей программы. И так думают многие люди, и представители разных народов, и крымские татары, и евреи, и армяне. Люди, которые живут в Крыму, они чувствуют свою особую самоидентификацию. Крымчанин. И вот эта особенность наша, которая отличает
от того, что было на Балканах, от того, что было местами на Северном Кавказе определенное время. Хотя на самом деле, благодаря представителям Кавказа, во многом «Крымская весна» тоже состоялась, то есть их влияние нельзя там исключать, их опыт во всяком случае. Но то, что мы с вами вполне способны сделать Крым как образец мира, образец взаимосогласия и этики семьи между разными народами, это факт. И, конечно, вот развитие экономики – это очень такой важный фактор, потому что не ссориться в семье можно, когда все члены семьи одеты, обуты, накормлены и при этом, ну, примерно представляют, как они будут жить в ближайшей перспективе. То есть еще и молодое поколение, чтобы обучалось и имело в руках профессию. То есть еще кроме там бизнеса, кроме развития экономики, обязательно, конечно, равное право на образование всех народов. И в этой связи хочу привести пример, что сейчас общаюсь с большим количеством предпринимателей из Иваново. Очень, кстати, предпринимательский край. Там Иваново город-невест, как вы помните, да, это край, в котором было огромное количество, ну, не огромное, было порядка 10 крупнейших текстильных комбинатов. После развала Союза они, конечно, там разделились, раздробились. И сейчас на территории Ивановской области около 1000 различных производителей текстильных изделий. Часть из них, конечно, практикуется и на импорте, скажем, китайских продукций, но по духу, по предпринимательству, по развитию экономики Ивановская область на самом деле это достаточно уникальный край с точки зрения самой технологии. И вот пообщавшись с некоторыми представителями, завтра, кстати, и сегодня, и завтра будет выставка в Ялте Интуристе. Тоже рекомендую людям, которые интересуются оптовыми закупками там, которые держат бизнес, побывать на этой выставке. И я вот даже подумал, а какие отрасли экономики, не только торговые, но и производственные, стоило бы развивать в нашем экологическом крае, который, естественно, не приспособлен там для каких-то тяжелых или химических, или там ядовитых производств, но для того, чтобы трудоустроить, создать новые рабочие места, и при этом бизнес был с нормальным выхлопом, очень интересная тема, и я думаю, что мы в наших программах будем об этом говорить тоже. Есть еще один звонок в студии, добрый вечер, слушаем вас внимательно. Здравствуйте. Здрасте. У меня, конечно, не военный вопрос, но очень затронул мою душу. Дело в том, что уже я вижу по улице Кирова, по центральной нашей, на центральном рынке при входе в подземный переход. И еще вот я видела возле церкви, сидят молодые ребята в колясках, в новом военном камуфляже, в бирцах, в этот, как она на голове, не пилотка, а тюбетейка или как военная. Да. Вы знаете, или они кому-то собирают вот эту мзду. Или, вы понимаете, просто больно смотреть на этих ребят, что прохожу, дайте, пожалуйста, дайте, пожалуйста. Но неужели нельзя как-то побороться с ним? Может, они не получают пенсию, или может, это для них. Вы понимаете, они просто, я не знаю, позорят, наверное, наш город этим. Ну, насколько я понимаю ситуацию, вопрос актуальный. Мы, на самом деле, его тоже обсуждаем. Дело в том, что на территории Крыма огромное количество нелегализованных граждан не Российской Федерации. Ну, то есть украинцев и граждан Луганской и Донецкой народных республик. Там идет война, и огромное количество раненых, ампутированных, оперированных. Естественно, они едут на юг. И вот создается такая ситуация. То есть они здесь тоже в особых условиях, при которых ни работу, ни легализацию так просто не получить, особо не находиться по всем кабинетам. И возникает вот такая вот ситуация, при которой они либо для себя реально, потому что им тоже есть надо, либо там структурируется во что-то. Это такое, это тоже вопрос, который нужно бы, наверное, решать тоже на, ну, на общегосударственном уровне. И, кстати, этот вопрос поднимается уже несколько дней. Вот и вы заметили, и другие заметили. И этот вопрос тоже будет решаться, я думаю. Потому что, ну, живые люди с войны, а у нас с вами в 500 километрах идет война, ну, с разной переменной силой, но тем не менее. Это такой важный вопрос, и вот на него нужно обращать внимание. Помимо прямой линии Путина, которая прошла в четверг и которая вызвала, естественно, колоссальный интерес, и граждан Российской Федерации говорят, что на Украине через интернет, через тарелки эту прямую линию смотрело огромное количество граждан Украины. Это связано еще и с тем, что Путин, несмотря на всю пропаганду, о которой мы с вами знаем, тем не менее остается одним из самых популярных политиков и, ну, перекрывает популярность всех и действующих, и бывших украинских политиков, и на него смотрят как на человека, который единственный может решить проблему всей современной Украины. Но кроме этого события произошел ряд резонансных убийств.
15 числа был убит Олег Калашников, руководитель антимайдана. Это человек, который готовил на 9 мая парад Победы в Киеве, и который, в общем-то, делал заявления, связанные с этим. Вы знаете, что на Украине 9 мая как праздник отменен, он перенесен на 8 марта, как это отмечается в Западной Европе. Причем праздник-то Победы, праздник торжества русского духа, а сделали праздником скорби, то, днем памяти. И с этим не согласны все. С этим не согласны ветераны, которые сказали: да вы нас режьте и стреляйте, но мы 9 мая пойдем по Крещатику на парад Победы. И есть ощущение, что готовится ряд провокаций в связи с этим. Но Калашников найден застреленным. Говорят, что он даже сделал несколько выстрелов в ответ. Убит в четверг Олесь Бузина, тоже у своего дома. И вчера в эфире 112 канала было сделано заявление о том, что организация террористическая УПА взяла ответственность на себя за убийство Чечетова, за убийство Калашникова, за убийство Бузины. И на их форумах, в общем-то, вовсю публикуются списки так называемых антиукраинских элементов, которых они тоже будут ликвидировать. И, в общем-то, вот такая вот новость, вот такая вот ситуация на Украине. Надо сказать, что вот этот вот террор, который на самом деле сопровождает все попытки государственных переворотов, все революции, какие они только есть на истории человечества, это технология, которая направлена на, ну, достижение определенных целей. Поскольку у нас государственный переворот сделан Соединенными Штатами Америки, у нас даже в правительстве, я говорю у нас, это имеется в виду, рассматривая Украину как территорию, когда-то ходившую в Советский Союз. В правительстве Украины министры-иностранцы, это не просто так, они там поставлены для того, чтобы грабить страну, чтобы вот все те деньги, которые сейчас недополучают люди в зарплатах, в пенсиях, в повышениях, которые они переплачивают за повышение коммунальных услуг, за дороговизну газа, электроэнергии, вот эти все ресурсы, они на самом деле никуда не деваются, они просто перекачиваются на счета и в руки победителей в этом государственном перевороте. И для того, чтобы этот процесс был бесперебойным, в правительство посажены ряд иностранцев. Это американцы украинского происхождения, литовцы, грузины, это люди, которые сидят на особо, ну, ресурсных таких финансовых потоках министерских. И поскольку американцы заинтересованы в ограблении Украины, но самое главное, их стратегическая задача, кроме как заработать попутный хлеб на этом деле, это, конечно же, развязать континентальную войну. Весь 14-й год, вот вся эта АТО пресловутая, вот все попытки, даже обстрелы российской территории на территории Ростовской области были направлены только на одно. Россия, ну вступи в войну. Ну вступи в войну хотя бы вот из-за этого. Ну вступи в войну хотя бы из-за этого. Мы сейчас начнем жечь фосфорными бомбами. Мы сейчас будем обстреливать вашу территорию, только введи войска. Дело в том, что этот сценарий обыгран и запрограммирован на то, что если бы, гипотетически, вот многие люди спрашивают, ну ввела бы Россия войска, и что бы было? Ну, во-первых, вводить войска вот в этом режиме, когда Крым – это очень спорная территория и юридически отбивается в любом международном суде, просто даже по документам, то остальная территория является, ну, как бы суверенной Украиной. И введение войск, если вспомнить, что происходит в Сирии на протяжении уже почти 4 лет, 4 года полных, да, в Сирии происходит то, что на самом деле воюют не страны НАТО. Вот все говорят, ну что, неужели НАТО будет воевать с Россией? Неужели НАТО осмелится и так далее, и так далее? А это и не нужно. Современная война, она делается очень экономными способами. Для того, чтобы бомбить территорию там очень долго и очень тяжело, надо потратить огромное количество денег. А если нанять 1000 боевиков по 1000 долларов в месяц, то они вполне могут, разбившись на отряды по 50 человек, быстро распространиться по всей территории страны, начать терроризировать местное население, как это в Сирии происходит. И вы попробуйте при помощи вооруженных сил регулярных поставить в каждом населенном пункте свой гарнизон и сделать так, чтобы вот эта вот сетецентрическая, так называемая, террористическая война была завершена. Идут годами боевые действия с этими разрозненными группами людей, которые стреляют, в общем-то, из обычных калашей, и им не нужны ни баллистические ракеты, ни тяжелые артиллерийские системы. Они решают задачу медийной войны. Сейчас я об этом поговорю еще подробнее. Есть звонок в студию. Добрый вечер, слушаем вас. Добрый вечер, меня зовут Аня. Дмитрий, вчера вот после убийства Олеся Бузины интернет, конечно, взорвался. И я прочитала депутат от Верховной Рады, от партии «Батьковщина».
Тарас, я не запомнила фамилии, уроженец Керчи, сказал, что надо на Украине создать разведку по типу Моссада. Угу. И так как Украина не отказывается от 2 миллионов граждан Крыма, это мы все являемся их якобы гражданами, то надо воровать интеллигенцию, сотрудников Беркута, всех, кто сейчас служит так или иначе российским властям, вот воровать, вывозить на территорию Украины и там пытать, убивать, ставить к стенке. Как нам к этому относиться и противостоять? Можем ли мы, жители Крыма, сами этому противостоять? Понятно, что у ФСБ на все рук не хватит. Ну, относиться к этому нужно спокойно. Вообще, вот эта вся технология того, что сейчас происходит, произошло ряд знаковых убийств представителей условно-пророссийского направления. Да? Делаются заявления, связанные в то... Их цели таких заявлений, прежде всего, посеять панику, депрессию, непонятно, куда бежать, кому обращаться, куда звонить. Это страх. Страх – это часть технологии терроризма, террора. В Украине сейчас развязывается террор. Тарас Березовец, о котором вы сказали, да, это достаточно известный такой деятель, по которому тюрьма плачет и доплачется. Это человек, который там выступал и на российских ток-шоу по скайпу, правда, достаточно такой радикальный товарищ. И он оглашает позицию определенной группы политической, которая курирует переворот на Украине. Их задача заключается в следующем. Вот сейчас они показательно ликвидировали несколько знаковых фигур пророссийского крыла. Я не удивлюсь, что по технологии безымянных снайперов в ближайшие несколько месяцев будут ликвидированы, например, 2-3 человека из другого крыла. Ну, например, там какие-то оголтелые нацисты, бандеровцы, типа той же Фарион. И это все будет приписано и возьмет даже ответственность на себя какая-нибудь радикальная группа, только с обратным знаком. И вот таким вот образом делается технология в интересах американцев, при которой будет война гражданская всех против всех. Если, не дай бог, 9 мая что-то случится с ветеранами и будут погромы, как в Одессе 2 мая, то это просто фитиль вот для того, чтобы поджечь по самым глубинным причинам весь народ Украины, чтобы он разделился диаметрально и начал убивать друг друга просто даже по отношению к святыням Второй мировой войны. И цель будет достигнута, потому что главная цель американцев – Россия, вступив в войну хоть на любых условиях, а если не получается с этим, то тогда американцам абсолютно все равно, какая будет война. Если, например, Польша ввяжется в войну с бандеровцами, а нужно сказать, что они друг друга терпеть не могут, поляки и бандеровцы со времен Второй мировой войны, это американцев устроит тоже. Но если и там не получится, то поджечь саму Украину в гражданской войне, в которой будет война всех против всех, по всей территории, не только на Донбассе, а в каждой области, в каждом городе, а нужно сказать, что ну, люди звонят же, и родственникам, и друзьям, и знакомым на Украину. В каждом городе, в районном центре, в областном центре люди, которые хоть какие-то деньги имели, уже вооружились. Те, которые от зарплаты до зарплаты, они, в общем-то, думают о том, как бежать. Очень многие предприниматели просто бегом бегут из Украины. И вот эта вот ситуация разжигания войны гражданской на Украине, это вот серия убийств, это вот прелюдия к тому, чтобы это дело развязать. Что касается Тараса Березовца и как к этому относиться, живите, как живется. Прошел 14-й год, пройдет и 15-й, пройдет и 16-й, все будет хорошо. Все, что происходит на Украине, все их заявления, это, знаете, вот моська лает на слона, а слон настолько большой, что он их даже должен и не замечать. Мы замечаем только потому, что мы вот с ними жили вместе, мы прекрасно понимаем, что там всякой твари по паре, при этом люди мелкие, подлые и ну, способные стрелять в спину, и, в общем-то, реагируем только на это. На самом деле мы, Российская Федерация, непотопляемый авианосец. И то, что вы сказали, у ФСБ рук не хватит. Ну, хватило ж пока что, слава богу. И хватит и в дальнейшем. Ну, в общем, вот такой вот выпуск сегодняшней информационной войны. Да, он посвящен в основном, конечно, обсуждению. То, что сказал президент на прямой линии, можно пересматривать, на Ютубе лежат ролики хоть несколько раз. Самое главное, что там было сказано, что мы не стремимся обострять отношения. Наша задача выдержать как можно дольше без обострения ситуации с Западом. Это линия стратегическая. Что касается Новороссии, которая ждет помощи от России, то на сегодняшний день армия, вооруженные силы Новороссии, одна из самых сильнейших армий в Европе. И то, что происходит на Украине с этими убийствами, означает только то, что американцы взяли курс на разжигание гражданской войны на Украине.
А ключевой точкой, датой будет 9 мая. Посмотрим, как мы проживем это время и что там будет дальше. В эфире была «Информационная война». Все будет хорошо. Держите хвост пистолетом. И самое главное, не допускать паники и не думать, что рук на все не хватит. Хватит. Спасибо за внимание. До свидания. Информационная война. Информационная война.